доброе утро, ребят. Видите, счастливое лицо какое. Ну, по звуку вы поняли, что шторм не прекратился, да? Так все и продолжается. Даже поболее. Даже стал немножко больше, да. Соответственно, и рассвета сегодня и не было смысла снимать. Ну, ребята, класс, просто я вам передать не могу. Волна такая, вот, прямо вот-вот-вот, и воздух такой, сейчас как раз пахнет хорошо вот так. Кипарисами, хвоей, и вот морем вообще все супер, вот давно такого не было. Насыщенного такого вот аромата морского не было. Да. Прямо сейчас я в восторге стою, смотрю. Купаться, конечно, нет, но зато полюбоваться это да. Хорошая волна. Да. Ура. Класс. Красота. А ночью было больше, потому что смотрю на пляж, мы проехали как раз там дальше. В общем, ребят, ну вы поняли. Там все так же тучки, носорог почти там еле-еле, да и капчик вон еле-еле видно, все видно плохо, так что ну как-то так, мы еще не завтракали. Кораблики все не работают. Да, рыбу ловят, продолжают ловить. Ну, а вообще, конечно, класс. Да, вообще, я... У нас сегодня последний, заключительный день. К обеду, наверное, в обед, да, будем выезжать? Часа в два, да, будем выезжать домой. А все, что будет происходить до этого, вы еще увидите. Так, ребятки, мы позавтракали. Так говорят, некрасиво, да, с зубочисткой. А, завтрак у нас был очень вкусный. В общем, Иришка нам дала бобы, и мы прям с общей ложками все ели. Очень вкусно. Бобы, перец и соль. Я шучу, ребят. Иришка накормила капец. И причем, знаете, как в этом? Ну, как дома все. Яишенка с жареной этой, салатики. И теперь вот... Теперь как бы вообще ничего не хочется. На улице все так же, солнышко только пропало, все так же штормит, но тепло, прям жарко, я бы сказал.
Поэтому мы сидим здесь, на балкон не выходим. Даже на балконе жарко, пока солнце сюда светит. Пролетели мы мимо. Думает, что ее не видно, видимо. Да, у нас получилось. И даже несмотря на то, что вот, ну, не купались. Отлично. Ну, не купались и не купались, как бы и ладно. Но время провели просто волшебно. Просто. Наобщались, на море насмотрелись. Сидр напились. Вот, ну, это... Наелись. Кто как, да. Обожрались даже, я бы сказал, они наелись. Теперь с понедельника, со вторника, завтра. Сегодня понедельник. Завтра, да, завтра. Сегодня понедельник. Начинается жесточайшая. У нас, да, надо притормозить. В общем, вот сидим все дружно. Нам-то как бы все равно то море, люди приехали на море. Ну да, мы-то хрен с ним. Мы его как бы... А у них четвертый день, все никак. Пятый день. Пятый день без моря. Живя в 20 метрах от моря, без моря, это не вариант. А у нас разгрузочные дни. Мы будем его пить. Самое интересное, что не купается никто. Вообще никто. Сидят вот здесь на берегу, ноги в воде, а так нет, никто нигде не купается. Загорают, лежат. Нет, вот я вчера в кемпинг ходил, там вроде штормило, но там купают. Там дети, там все нет, подряд. Здесь нет. А так вот вроде, ну, местные, это понятно, что в таком не купаются, оно мутноватое. А поэтому... Илюша тоже местная. Да. И Олег, да. Илюша, они тоже местные. Щитовод и Олег идет. Поэтому они тоже не купаются в такой мутной воде. Ну да, в мутной воде нет. В общем, Иришка, еще раз спасибо за завтрак. Было очень вкусно, но много. Вкусно, но много. Пожалуйста, чего много сыра не бывает. Ну да, это я с тобой согласен. Но вот у нас и кофеечек мы попили. Надо было снимать, когда завтракал. А не до этого мозг отключился, пожрать. Знаешь, как мозг отключился, типа, какая камера? Надо сожрать сначала, пока, а потом... Пока угощают, надо быстро съесть, потому что... А вдруг передумают, да, скажут. Положили такие, что-то вы долго начинаете, раз и убрали все, и все, и сиди. Дома не дадут. Дома меню и дома там, дома у нас первый стол. Да, дома нет. А здесь вот... рассобачились и сыр, и творожные сырки. Да, в общем, и все. Я говорю, завтра утром встану на весы ради интереса. Последний вес у меня был вот после этого 99 килограмм. Интересно, сколько будет завтра? 103. Посмотрим. Я тоже завтра с утра взвешусь. В общем, все, в Телеграме сообщим, так что подписывайтесь в Телеграм. Вся оперативная информация что, там. Мне приехать, что ли, в Симферополь здесь? Давай. Это пожалуйста. Нет, ребят, я чуть попозже. Я нагуляю. Не порть себе отпуск. Мне все равно, у меня мозг отключился. Тебе с этим жить. Ну, а я, в общем-то, и не ем, я только пью. Ой, да. Тоже надо правильно делать. Да. Пить надо правильно. А я правильно. В общем, короче, оторвались по полной программе. Это точно. Три дня – это три счастливых дня. Было у меня. Хорошо, но мало, да? Да. Но у нас еще две поездки в перспективе, поэтому... Мы еще покатаемся. Но вы это все еще увидите. Дело в том, что у них все 18 дней, как оказалось, не месяц. Так что надо все успеть. Я думаю, мы успеем. Надо все успеть. В общем, следите за каналом, и вы все увидите.
Потихоньку мы, ну, все, заканчиваем и потихоньку уезжаем. Но дело в том, что мы уезжаем, и море успокаивается. То есть завтра, ну, хозяйка этого гостевого дома говорит, я уже посмотрела на завтра, завтра полный штиль обещаю. Ветерок такой легкий бриз, и завтра уже, ну, мы-то ладно, а ребята, они пятый день отдыхают, еще ни разу не купались, потому что, ну, мутненько, и они не хотят в мутной воде купаться. Но так как завтра уже штиль, они накупаются. То есть вот они все накупались, наотдыхались. Сейчас что-нибудь расскажут. Купаться не купались, но наотдыхаться наотдыхались. Я вам скажу, ничуть не хуже. Очень так душевненько, в общем, очень хорошо. Расслабон такой полный. Лёш. Да, температура вот эта, она ничем не отличается от той, которая была, грубо говоря, в августе. Ну да, жара капец. Сейчас на солнце сороковку точно давит, очень. Единственное, спасает ветерок. Легкий бриз как раз вот с моря он дует, и он как раз вот это все сдувает. Но на балконе, после того, как выходишь с номера, где работает кондиционер, ты все-таки сразу понимаешь, что ты пришел в лето. Да. Пришел. И вот сейчас как раз солнце спрячется, и там два вот этих лежака. Ой, там и там сейчас классно лежать. Вот знаете, как это, взять холодный сидр с видом на море и релаксировать. Но нам надо на работу. И так сегодня понедельник, мы себе устроили выходной, поэтому надо на работу. Как ни крути, а да. Пора нам трудовые подвиги совершать. Поэтому дорога у нас пойдет не в ту сторону, в которую поедем мы хотели. Через Судак. Поедем, да. Через Судак. Так и ближе, и дорога там получше. Вон, да. Олег, спасибо. Может, где-то сейчас еще, где меньше волна по дороге будет, может, сейчас остановимся и окунемся. А то все-таки мы 3 дня на море и даже не окунемся. Да, ну, у меня что-то и желания нет окунаться. Ну, я на всякий случай плавки одел, и если что, мы окунемся. Ну, а если нет, то вы нас уже увидите дома, там уже и попрощаемся. Ну, или, как всегда, Саня попрощается один за всех. Это новая традиция. Саня, и все за одно. По дороге будет интересно, да. Что-то так там. Может быть, но там вторая камера, если что. Да. Там, если что, еще что-то будет, да, интересное, поснимаем. Какие-нибудь виды еще будут. Иришка с Олегом. Иришка идет. Провожай. Вот. Олег уже здесь. Иришка уже расстроилась, что мы уезжаем. Уже, видите, вид понурый. Иришка, иди, мы тебе спасибо скажем за то, что вы нас вытащили. И мы с вами отлично провели 3 дня. Ой, да ладно. Мы еще увидимся. Что ты? Плачь там. В общем, не крымский мост. Я же говорю, огромное спасибо, что вы нас вытащили. Мы отлично провели с вами время. И еще встретимся и съездим. Но мы не будем говорить куда, поэтому пусть потом смотрят. Да. У нас 5 мест еще. Да, ну мы не будем просто озвучивать, а вы смотрите и потом посмотрите, и вам понравится, куда мы поедем. Все, здесь мы прощаемся, ребятки, и уже там что-то где-то по дороге может быть.
Ехали-ехали, ребятки, и догнали таки дождь. И причем не просто дождь, прям ливень. Прям догнали-догнали. А, и догнали мы его в Белогорске. Проехали. Едем еще впереди, говорим, тучки, тучки. И вот ровно в Белогорск въехали и прямо догнали ливеняку. А впереди были тучки, тучки, как хорошо. И вот, вот они. И скоростной режим резко уменьшился. В общем, добираемся до дома. Но ливеняка прям хороший идет. Прям даже дворники не справляются. Ух, прям поливалочка. Очень круто. А, все, все, что хотел, рассказал. Всем привет, друзья! И сегодня в путешествиях по Крыму мы едем смотреть обновления, едем в Песчаное посмотреть, насколько продвинулось строительство или реставрация, или, хотя это можно назвать, наверное, полноценным строительством. Да, полноценным строительством новой набережной. Поэтому поедем, посмотрим, соответственно, вам покажем. Едем, как обычно, втроем. Там вон где-то маманя сзади помаши ручкой. В общем. Ну, не знаю, смотрите, под дорогу снимать нет никакого смысла, видели все ее тысячу раз, поэтому... Ну, вдруг что-то будет интересное. Если что-то будет интересное, конечно, поснимаю. Как я говорю, самое интересное место – это съезд. Потому что там очень длинный дублер идет на Песчаное, и вот этот съезд, он такой, знаете, полузамаскированный, его главное – его не проскочить. Вот так. В общем, ну, выдвигаемся, ребят, там посмотрим. На обратном пути хотим заехать еще в Николаевку, потому что в Песчаном купаться там мелко, и мелко очень далеко, поэтому и обычно там не очень чистое море, поэтому на обратном пути заедем в Николаевку, и если не будет медуз, то может быть окунемся. Все, смотрим наши сегодняшние покатушки, которые состоялись благодаря вашей поддержке. Именно из-за нее в большинстве случаев и выходит у нас контент. Все, всем спасибо, мы поехали. Ну вот, ребятки, добрались мы до Песчаного. По дороге, как вы поняли, раз ничего не показывал, значит, соответственно, ничего толком и не было. А в Песчаном, ну, как бы тоже ничего нового. Просто покажу вам въезд в Песчаное. Автостанцию, рынок, который там должен быть, ну, на въезде, я не знаю сейчас, насколько он сейчас работает, потому как здесь сезон заканчивается намного раньше, чем на южном берегу, потому что отсюда все как бы разъезжаются с началом осени, а сегодня у нас 14 сентября, грубо говоря, середина сентября, и, скорее всего, народу будет немного, но это мы сейчас увидим, сейчас приедем, посмотрим, сколько людей на парковке. Через 300 метров поверните налево. Это неправда. Не надо нам. А, я же просто написал Песчаное, и он нас ведет к сельсовету. Да, едем к председателю. Нам не надо к сельсовету. То есть вот въезд официальный, вот с левой стороны у нас автостанция и рынок, с правой стороны какая-то инфраструктура, столовые все закрыты. Рынок, ну, практически тоже не работает, и поэтому мы проезжаем мимо. Здесь санатории, пансионаты, все это. Но нас интересует не это, нас интересует набережная, насколько продвинулась ее, чтобы это не было, да. Пусть будет реконструкция. Вот, видите, главная дорога уходит направо, нам здесь всех пропускаем, мы едем прямо на большую-большую парковку. Всех пропускаем, если кто-то есть. И, да, но никого нет, поэтому мы смело едем прямо на парковке. Машины есть какие-то, но вот здесь, вот эта аллея, которая идет через скверик, она там была в конце перекрытая, потому что там активная фаза шла ремонта этого всего. Сейчас посмотрим. В общем, приезжаете, и вот здесь, вот видите, впереди здоровенная парковка. Вы ищете, где вам больше нравится, паркуетесь и идете себе спокойненько к морю. Сейчас запаркуемся, дальше включимся. Приехали мы в Песчаное. Добрый день, я еще не здоровалась. Вот смотрю, тут облачка такие натягивает. Машин пока вроде не сильно много, будем надеяться, что... Да что, пока время почти 11 часов. Ну, фиг их знает. А, не почти, они... а начало 12. Ну, я пока... тоже думал блестяшку положить, потом посмотрел на тучу, думаю, да, обойдемся без блестяшки. Во всяком случае, не так, как было тот раз, когда мы приехали, ну, вообще все было. Чешем, чешем. Чешем, госконтроль. Да. Контрольная запупка. А, вот, в тот раз мы ходили вот там вокруг, обходили все это дело. А сейчас сделали калитку через этот вот, значит, можно пройти. Ну и пойдем глядеть, что да как, потому что, ну, прям интересно. Вроде как, знаете, мы были в начале лета здесь, ну, да. А теперь уже как бы конец лета, я бы даже сказал, начало осени, но
посмотрим. Пляж закрыт, курение запрещено. А, купание, простите, значит, курить можно. Тем более, я же вот с этой штукой. Я же типа сигареты не курю. Так, ну здесь что-то можно купить. Персики. Ну, почти. Вот так, мы с Лехой двойняшки. Так, ну до сюда еще, насколько я вижу, плитку не доложили. А, видите, здесь еще есть... О, ну там прям, ребят, ну конечно, там вон, смотрите, сколько выложили. То есть по бездорожью нам надо преодолеть, ну, метров 20. Ну, может, 25, не более того, а дальше уже плиточка и все красиво. А, понятно, что куча материалов еще лежит. Где? А, да. Ну, я, честно говоря, не знаю вообще, насколько эти деревья здесь останутся, но опилено прям, как у нас в парке. А, вот этот кусок пыльный, когда доделают, потому что, вот, видите, работы идут, и пыльный кусок доделают, я уверен, что будет такая же плитка, и будет прям замечательно. А, вот этот сквер, который я уже показывал, но тоже еще какие-то работы там идут. Ой, там что-то прям какие-то качели. В общем, сейчас тогда тоже пройдем. Все везде посмотрим. Еще же интересно, сколько людей на пляже на самом. Ну, и вообще, есть ли люди. Вот, смотрите, новая плиточка. Все это выглядит именно вот так. И я так понял, что корефана моего, то, что у него было, все снесли. А, вот это осталось, но непонятно, останется ли оно потом. Деревья, да, пилили очень зачетно. Здесь какая-то хоть тень была от них. Теперь нет. С этой стороны, нет, здесь не снесли, здесь эти... А, здесь, да, что-то было, да. Но здесь тоже все поубирали. Смотрите, дорожки уже проложены. Грунт еще не завезли до конца, но тоже прям замечательно. А, здесь вон здоровенный бордюр и какая-то плитка. Даже это не плитка, я не знаю, прям очень толстая такая. Ну да, но она прям толстая, не вот эта масипуська. Садко на месте, он вроде Садко называется. Кафешка такая довольно приличная, кстати, там и поесть, и попить. Вот туда у нас идет пляж Сокол. Сейчас мы... Кого? Да. Сейчас посмотрим сразу, что на пляже. Сколько людей... А, ну люди есть. Ребят, я думал, будет, честно говоря, меньше, потому что это же песчано. Да еще, я же говорю, середина сентября. Но нет, люди есть. Немного, но есть. И что самое странное, что здесь спокойно и не сильно желто. Знаете, ключевой девиз песчаного. Граждане отдыхающие, не заходите за буйки. Ну да, люди здесь в большинстве своем, конечно, стоят на пляжу. Я лежу на пляжу, не жужжу. Пойду, ну вы здесь? Да, идите, я пойду просто туда к Соколу схожу. Посмотрим, что там есть на пляже. Есть какие-то изменения или нет, именно по пляжной инфраструктуре. Может быть, что-то новенькое. Но так, да, новая плитка. Еще все не готово, потому что вот это вот, видите, бетонные парапеты новые. Так, а на пляже? Да вроде на пляже ничего нового не вижу. Ничего вроде нового нет на пляже. Но здесь прям замечательная новая плиточка. Вот это, я так понимаю, ну, могу ошибаться. Я так понимаю, что здесь будет клумба какая-то большая. Потому что там внутри грунт уже засыпан. Песок еще, видите, не убрали здесь. Кучки песка. Да, наверное, это будет какая-то клумба. Но клумба будет с электричеством, потому что... вот эти вон кабели, видите, подведены. И таких клумбы будет две. Но тоже интересно, посмотрим. Просто когда все закончат, ну полностью все объявят, что вот открытие там туда-сюда, мы обязательно приедем и поснимаем ее всю целиком. Пока просто это в рабочем процессе. Знаете, как начало мы вам показывали, теперь, ну скажем так, середина процесса. Здесь вот что-то тоже будет, но пока, ребят, вот честно, непонятно что. Но вкопано. Тут то ли детская площадка будет, потому что выбрана траншейка под какую-то тропиночку, видите. Вот здесь чем-то будут, видимо, укладывать. Залит бетон вокруг. И вот такие столбы деревянные.
но влитый в бетон. Не знаю, что будет. А я же говорю, именно для этого мы и вернемся, чтобы все это еще раз потом посмотреть, когда будет готово. Так, ну, тот пляж санатория, это как он, Черноморец, это, понятно, отдельный пляж, на него заходить можно, но все услуги на нем то ли платные, то ли для своих по этим, по санаторным картам. Здесь парапет уже отделан, видите, отштукатурен сверху и сбоку, уже здесь и покрашено, то есть здесь сделано уже хорошо. На пляже, да, никаких новшеств пока, во всяком случае, нет. Типа перголы там понаставить или еще что-то такое. Ну и сейчас уже не актуально, потому что сезон заканчивается и как бы уже и не надо. Я так понимаю, что-то с мыса недавно обвалилось. Там, видимо, был обвал, потому что прям свеженькое, смотрите, насыпалось. Не знаю, насколько будет видно на камере, но кусок большой сыпался. То ли после шторма, то ли, ну, в общем, не знаю. После очередного землетрясения. Да-да, Крым — это довольно сейсмоопасная зона. У нас тут землетрясения, в принципе, каждый день, но маленькие. Такие, которые не особо ощущаются. Вообще не ощущаются, скажем так. Так, ну здесь показал. Пойдем вернемся тогда в центр и посмотрим, что там делается с этим сквериком и со всем остальным. Ну, вообще, ребят, честно говоря, даже отсюда вид уже намного лучше, чем было. Потому что, ну, было довольно убого здесь. Я не хочу обидеть там любителей песчаного или жителей песчаного. Но было на самом деле не очень. А сейчас становится прям намного лучше. Ну, и опять же, тем, потому что в Крыму там ничего не делается. Пусть позлятся. Все приводится в порядок и довольно хорошими темпами. Это мы еще в Коктебеле не были. Мы вам там тоже посмотрите, когда закончат. Мы поедем. Там просто не хочется в середине процесс показывать, потому что, ну, портить впечатление. Мы там были, кусочек вам показали. А теперь вот, когда закончат полностью, мы поедем, покажем вам, что там будет. Потому что по задумке там вообще грандиозная хрень. И помимо эстетического вида, там еще много технических и гидротехнических решений новых. Это же тоже должно быть очень круто. Вот, смотрите, как отсюда все это выглядит. Это же вот эта торговая часть была. Ну, не знаю, по-моему, очень хорошо. Да, Садко, он так и называется, действительно. А то что-то у меня были сомнения. Ну и немножко людей тоже имеется. Скверик же, да, идем в скверик. Вот этот, то, что было просто пустырем, полем таким довольно загаженным, с какой-то непонятной типа растительности, типа травы. Ну, что-то, в общем, фу. То теперь тут должно быть все очень и очень не кисло. Песель вот спит с ночной, устал. Ла. Так, а тут даже какую-то такую маленькую делают, видите, типа, ну, посидеть место, посидеть, посмотреть на море можно будет. Ну, блин, не знаю. Жду от вас, что вы по этому поводу думаете, но здесь просто, ну, многие, наверное, помнят, здесь просто был пустырь. Просто пустырь, ни хрена тут не было. И он был в таком не очень хорошем состоянии. Вот, видите, вот эту штуковину делают. Видимо, будут скамеечки какие-то. И можно будет сидеть, и все это будет вот с таким вот замечательным видом. Смотрите, вид на Леху с мамой будет. Вы так и будете здесь стоять, а вот здесь будут люди собираться и на вас смотреть. Птичек смотрим. Птичек? Сейчас я приду, посмотрим вместе птичек. Жарко, капец. Фух, прям жара. Так, ну вот это будет или спортивная, или детская площадка, потому что она, я вот не пойму, это резинка или это такой черный асфальт. Пойдем наступим и проверим. Даже наступать, видимо, не придется, это резинка. Да, резиночка. Резиновое покрытие. И как раз какие-то идут процессы. Вот здесь будут качели точно, тут вот какие-то, короче, не знаю, как вам объяснить. Сейчас попробую вот так приблизить и показать. Висят цепи, и там внизу карабины. Видимо, там какая-то будет штука, чтобы по ней ходить или что-то такое. Здесь мужики вон усердно втаскивают
здоровенное бревно, тоже, видимо, то ли под качели, то ли под какие-то лазилки, потому что наверху вкручены эти вот кольца, и будут цепляться, видимо, какие-то карабины, и что-то будет. Короче, скорее всего, детская и спортивная площадка здесь будет, но это мы еще увидим точно. Здесь он тоже порядок наводит. Ландшафтный дизайн. Еще не все столбы, видите, стоят, еще крепления есть, столб еще лежит, даже здесь еще будут. Ну, это как столбы, мачты освещения их правильно называют. Просто народе, конечно, и столбы пойдет. Ну, блин, масштабно. Вот до, видите, забор стоит перегорожен, вот до этого места, вот этот весь кусок. Здесь, кто помнит, была довольно узенькая была тропинка, и если много народу, то прям тяжело было расходиться. Теперь сделали прям очень хорошо. Птица! Я думаю, что за птица? Это лебеди. Они сейчас вот здесь ходили. Прямо здесь, вдоль, народ там с ними. Обгонят их на пару шагов, раз, на пол. Ну, в смысле, на пляж, быстро садиться и на фоне лебедей, чтобы их сфотографировали. Ну да. В открытое море они ушли. Уплыли. Ну я прозумлю, сколько могу. Но обещали вернуться. Да. А сейчас развернуться. Вот они там парочкой плавают, тетенька он пытается их догнать, там еще люди вон тоже за ними шпионят. Ну, в общем, лебеди. А на лебедей реагируют, если так откровенно, то, скорее всего, это приезжие. Мы как-то к ним уже привыкли. И ветерочек с моря, да, здесь вот не так жарко, потому что там идешь, где ветра нет, прям капец, жара страшно. Когда ветер прекращается, тоже в затылок печет. Да. А не, а там, вон, видели, обвал был. Земля вот эта? Да, он. Я уже вам показывал, ребята. Видите, как обрушился прям берег. Довольно много грунта съехало. Ну, вода, когда лупится, конечно. Ну, я же говорю, это или после землетрясения, или после шторма, после чего-то такого, видимо, обрушилось. Ну, в принципе, вот это мы и хотели вам показать. Да и сами посмотреть. И сами хотели посмотреть, и вам показали. Теперь вы будете в курсе ситуации, что же происходит в Песчаном. Дальше без изменений. Показывать второй рынок, который более-менее большой, но смысла нет, мы его тоже уже показывали. Ну, там тоже ничего пока не меняется. Да, если, там ремонта нет. Просто если это первый этап реконструкции, ну, как мне кажется, что здесь сейчас сделают, а потом дальше пойдут все это дело продлевать и делать по новой, то тоже будет очень здорово, и всю ее сделают вот в таком вот стиле. На экватории. Ну да, вот да нет, том, что, вот, совсем. Том, что вот это все, оно же будет продолжаться делаться и зимой. Ну, вы знаете, у нас зима какая. Ну да. Поэтому укладывать плитку зимой ничего не мешает. Это не асфальт. Мы, может, и зимой еще заедем сюда, но, скорее всего, просто в начале или перед следующим сезоном, там где-то весной приедем, и я уверен, что должны закончить, ну как уверен. Ну, очень хочется, да, чтобы все закончили к следующему сезону, и мы, конечно же, приедем и все покажем вам, когда это будет уже все красиво и актуально. А тогда? А так, туалет главное, вот это зеленое здание посередине, которое одно осталось, это туалет, туалет-душ. А вокруг там была куча всего торгового, но все почему-то сломали. А лежит наш путь далек. Едем прямо на запот. Ну да. Не, вы знаете, вот в отличие, я же не люблю песчаное тоже, но мне здесь вот сейчас, вот в данный момент нравится. Море спокойное, людей мало, вода чистая, ветерок такой прохладненький. А свежевымытые макароны тоже стихийные обстоятельства? Да. И как-то так неплохо совсем, даже неплохо. Не, просто вот эти вот изменения, которые вот чисто визуально, которые делают, они прям сильно... Ну как это делают? Лучше, что ли, делают курорты? Или? Было вообще черти что, честно. Ну да, было плохо. Откровенно было плохо. Сейчас становится лучше намного. Очень намного. С точки зрения погоды, да. Просто я могу сказать, что карты сошлись. Легкий ветерок. С моря волны нет, жары нет, людей нет. То есть вот люди доходят раз, до конца пирса и возвращаются. Можно как бы поплавать. Но, походить. Да, не наш вариант. Да, за быки не заходить, я уже говорю. Не наш вариант. Поедем посмотрим, что там в Николаеве. А в Николаевке вроде каких... Вот там вот одни головы, а они сидят на самом деле. Да, они не стоят. Кстати, медуз не видно. Я вот смотрел. Нет. Ну, посмотрим в Николаевке. Если что, все равно мы все в купальных принадлежностях. Да. Чур-чего, окунемся в Николаев. Если что, под душем помоемся дома. Да, тут тоже вариант. Почему бы и нет, называется. Ну, в общем, ребят, обязательно от вас обратная связь. Очень интересует, потому как все, что вы об этом думаете, хочется ваше мнение тоже знать. Особенно для любителей, кто любит песчано, для них это прям как бальзам
на душу будет, ну, потому что правда становится намного-намного лучше. И у меня одно пожелание, это, ну, хоть как-нибудь подмазать, подлепить все волнорезы, потому что они, ну, в таком печальном довольно состоянии. Ноги поранить. Там можно ноги переломать, а не полазить. Как прыжка в воду, да. Охлаждение по волнорезу. И вот очень бы хотелось, чтобы их как-то подмазали, там, подреставрировали тоже, потому что, ну, они прикольные. Они довольно большие здесь, и они выполняют довольно полезную функцию, чтобы не так сильно смывало берег. Потому что, как бы тут не было мелко, но шторма здесь тоже бывают, и раскат у них огромный, и она тут катится, и катится, и катится вот там. Да, где-то вот там начинает заворачиваться, и сюда вот докатывается. Поэтому, ну, как-то вот так. Все вроде, все, что хотел, показал. Кофе отличный. Но здесь надо все время говорить, потому что музыка играет. А вы же знаете, что поскольку мы ненавидим YouTube, он ненавидит нас. И за эту музыку все время нам впаривает. Мы, конечно, все уже тоже положили на это дело, но тем не менее. Да. А мы зашли попить. Кофе отличный. Да, попить кофейка, кстати, действительно, кофе отменный. Здесь еще на электроме. Маманя, ну, не успел поснимать, она так хотела, видимо, пить, что сок просто. Великолепный томатный сок. Раз. У нас адепридоне, я не знаю чей, но соль, все нормально, все очень вкусно. Тебе посолили специально. Кофе, отдельно. Да, но кофе, правда, замечательный. Я вот тоже сижу, пью кофеек и прям по кайфу. С видом на море я пью. А у Сани только затылок любой. Он с видом на море, ну там сзади море, а у меня вид на большой телевизор и на кучу осветительной аппаратуры для тот этих. Присматривает студию все время. Для плясок. Да, мы, я просто не помню, там заканчивали, говорили, что мы сейчас здесь заканчиваем, мы едем в Николаевку. Да. Ну, ты сказал. Короче, да, мы сейчас здесь попьем кофейка и, в машине, ну, на парковку, и едем в Николаевку. Посмотрим, сколько людей там. Если там будет столько же людей, будет прям замечательно, потому что, ну, еще же выходной, знаете, как симферопольцы, это тоже люди, они тоже ездят на море, но куда попроще. Нет, ну, у нас есть поближе. Вариант уехать туда налево, подальше, где мы были. Тебе же не идти, а ехать. Надо в центр. Ну, мы заехали в центр, посмотрели, нет ничего. Ну вот сейчас мы заедем в центр, посмотрим, есть что или нет. В общем, следующее включение уже, я думаю, будет из Николаевки. Ну вот мы, в принципе, и добрались до Николаевки. Ну, честно сказать, из Николаевки машин едет больше, чем в Николаевку, что радует на самом деле, ну, нас, во всяком случае, потому что последний раз, когда мы были, мы еле кое-как запарковались. Каких-то 300 метров. Осталось. Или штормы, или медузы, поэтому много уезжаю. Вот, в общем, сейчас и посмотрим. Сейчас мы посмотрим, во-первых, что с парковочным местом, что для начала надо узнать, что с парковочным местом. А потом уже идти к морю и купаться или не купаться, это тоже. Хотя я бы окунулся, честно говоря. Потому что жарко. Мы ехали, было 33, в Николаевку приехали, здесь вот показывают 30. Ну, в общем, как бы тепленько, сами понимаете. А еще на солнышке хорошо, облачка какие-то заходят, тучки. И хоть солнышко не будет, будет не так жарко. Ну, в общем, пока, во всяком случае, едем в центр. Ну, машины. В центр подаваться надо. Да, машины какие-то товары привозят, значит, покупательская способность еще есть в Николаевке. Что там крадется? Место для парковки еще. Отсюда. Новое построено, все? Да нет. Нет, нет, все, да? Было вроде, да. Угу. Не, да, он сейчас поедет. А, не, он аварийку включил. Поехал. Я что я говорю. Тупой москвич, блин. О, ему надо, он вот так остановился. И... А в Москве все такие интересные? Не знаю. По Москве за рулем еще не ездил. Вот обратно, может, я поеду за рулем. Алексей меня поснимает. У некоторых такой восторг. Это вот, пишут комментарии, типа, ух ты, он за рулем. Так что, может, я обратно поеду, посмотрим. Так, ну, людей, во всяком случае, нет. Ну, не ходят так, чтобы обидно. Может и такое случиться. Время у нас 12:17. Судя пока здесь по машинам, мест нет. Не, ну да, машины. Здесь машины есть, здесь и люди как бы есть. Вот что радует. И лежачие полицейские. Есть, это тоже радует. Значит. Так. О-о-о.
не, машин довольно много. В общем, сейчас запаркуемся, ребят. Если запаркуемся, включимся. Ну, мы запарковались, но вообще это довольно непросто было. То есть вот здесь еще есть место под парковку, но такое маленькое, потому что кривенько стало. Ага, сама открыла багажник. И здесь все запарковано. Мы нашли вот место. Как нашли? Мы проехали, а тут как раз стояла машина, выезжала, и мы жопом сюда запарковались. Столовые работают. А, ну, пока еще. Пока еще. О, Леха забыл зеркала сложить. Тапочки, не знаю, да нет, наверное. Хотя я их с собой возьму, ладно? Нет, я сейчас, ребят, переодену тапки. Итак, тапки успешно одеты. Здесь кафешки, мафышки, все работает. Это рада. Вот этот Николас, который справа за углом, я вам уже показывал, как-то там сидел, кофеек пил. Замечательная там архитектура внутри. Здесь какие-то штуки стоят, не знаю чего. Ну, в общем, люди везде есть, сидят, отдыхают. Не штормит. Насчет медуз узнаем уже внизу. Но цвет замечательный, симпатичненько, более-менее чистая вода. Не до конца, но чистенько. Медуз вроде не видно, ребят, отсюда. Потому что здесь они такие здоровые, что их видно откуда хочешь. Ну и ветерок, и причем с моря. Странно, что волны нет. Вот этот вот кафе там очень интересное внутри. Вообще кафе классно, понравилось. Был, понравилось. Вот эти люди, родственники, с которыми мы приехал я сюда. Видите, идут не спеша, шляпа у него в мамане. Ну прям туристы натуральные. Очень похоже на приезжих, да? Так идут. Кстати, обратил внимание, что Николаса теперь два. Чего? Николас? Их и было. А, тут Николас был, да. А, море замечательного цвета и медуз отсюда, во всяком случае, пока не видно. Ну, зачем? Ну, только что, если можно здесь, пошли. Сейчас найдем место себе, чтобы это прилечь, где-то присесть, прилечь, там, я не знаю. А, виды моря, конечно же, но скорее всего под музыку, потому что ветер и вот этот хруст никому не интересно слушать. Но так вообще вполне себе неплохо. Ой-ё, а народу-то, ребят. Здесь весь Симферополь. Да, походу весь Симферополь. Хотя может еще и. Может быть еще и приезжие. Да-да, идите, я вас найду. Смотрите народу сколько. Это с тем учетом, что еще раз скажу, сегодня 14 сентября. Даже торговые вот эти люди еще ходят по пляжу и продают все это дело. Ну, все купаются, значит, вода очень теплая. Так что, куда? Мне без разницы, ищите место. Ой, хорошо, ребят, я окунуться после жары. Прокатились и окунулись чутка. В общем, повтыкаем немножко здесь. Ну, типа покупаемся там туда-сюда и... Ну, а вам, соответственно, виды, море там, все дела. Людей каких-то много, разных. И очень необычный цвет воды.
Ну, в общем, вот так и прошел у нас поездка и отдых, или как это назвать. Ну, в общем, окунулись, и ладно. Хорошо, но начинают подходить медузки, и, как обычно, в Николаевке после обеда поднимается волна. То есть здесь как раз Николаевка ничем не удивила. Особо нового ничего в Николаевке все равно нет, поэтому, ну, как-то вот так. То есть приехать вот так на выходной день, чисто окунуться, поплавать, и, ну, короче, близко и хорошо. Ну и плюс заехали в Песчаное. Сейчас, в общем, все обсохнем, переоденемся. Ну, кто переоденется, кто нет. И потихоньку-потихоньку будем выдвигаться в сторону дома. Ну а там посмотрим, если что еще будет, обязательно покажу. My back straight.